Всем привет, друзья, с вами Болторез, и сегодня у нас новенький инди-хор, относительно новенький, потому что игре уже где-то неделю, может быть полторы, а может быть и чуть меньше. Не знаю, сразу я не стал в него играть, и вот спустя какое-то время, версия, я уже смотрю здесь 1.4, возможно были какие-то патчи, которые что-то исправляли, и теперь мы сможем насладиться этой игрой. Silence Channel называется этот инди-хор, если я не говорил название. Канал тишины, тихий канал, видимо, как-то так. Ну что ж, погнали. Новая игра «Деревья не боятся кошмаров». Отлично, мы очень за них рады, чего нельзя сказать о нас. Потому что я всего боюсь, и мне это нравится. Именно поэтому мы играем в инди-хор. Однажды в 93-м году две молодые девочки сбились с пути истинного и остались где-то там в лесу, в середине Востока, что ли. Одна из них сказала, что пойдет охотиться, что-то там, блядь, ну, девочки... Другие сказали, что ебанутая ночь на дворе, какая охота, акстись, сиди, блядь, жди утра, и потом пойдем на трассу искать кого-нибудь. Два дня спустя они не были найдены, и 300 метров от какого-то там коттеджа сидели в каких-то мурмурингах, блядь, что, и пили песню. Ну, блядь, девочки с ума сошли, можно их понять. Речь идет о каком-то Джонни Мартине, ему 32 года, он профессиональный журналист. А, ну это я. Мы играем за Джона, нам 32, мы журналисты, мы, видимо, приехали в тот самый коттедж, где пропали две девочки. Я всю звук не могу настроить. Что там шелестим чем-то? Я приехал в деревню около 7 часов. Здесь никого не было. И мы это все записываем на аудиокассету. Я могу уже играть, хорошо. Ну, пусть он пока там рассказывает свою историю, а мы давайте здесь осмотримся. Итак, деревня. В деревне горит свет. Это говорит только лишь об одном. Что здесь кто-то есть. Потому что свет, он не может просто быть. Это электричество или свечи у нас? Электричество, все, значит, здесь есть питание, здесь есть электричество. Люди здесь должны быть. Можно изучить. Пропавшая Сара... чего, блядь, Сафави какая-то? 26 лет, цвет глаз серый, очень светлые. Она покинула дом в 78-м году. Так ебать, сколько уже времени прошло. Я не думаю, что она до сих пор где-то сидит и ждет спасения. Ебать, столько времени пролетело. У нее наверняка уже внуки есть. А нам можно сюда? Что за? Ну, пойдемте посмотрим. Это на самом деле не очень-то похоже на деревню. Ой, я надеюсь, что дождь не будет таким ужасным, потому что я забыл зонтик и промокнул до трусов. Подождите, а где деревня-то? Хоть тут один дом какой-то непонятный. Ладно. Двери не остаются открытыми вечно. За мной было что-то вроде подсказки или девиза этой игры, не знаю. What? Что? Кто-нибудь здесь есть? Ну, это не страшно, это стандартный прием, когда выкатывается мяч, ничего в этом нет. Так, подождите, ребят, давайте мы зайдем в сеттинги. Да, вот я где-то здесь видел яркость, и вот... Хотел было сказать слегонца, но на троечку мы поставим, потому что что-то как-то, ну, не особо стало светло, ладно. Оставим так. Так все-таки оно как-то лучше. Мы пришли в дом. В доме одна комната. И что? И нахуя я сюда пришел? Я здесь вообще никого не вижу. Наверняка это что-то паранормальное, и сейчас где-то что-то откроют. О, ключ есть. Саммерс, Спиннерс, чей-то блокнот. Ну, давайте покрутим. Может быть, какие-нибудь записи, тут есть цифры. И можно положить обратно. Ладно. А свечу я могу зажечь?
Я могу ее взять, у нас есть инвентарь. У меня есть зажигалка, отлично. Давайте мы ее скомбинируем со свечой. Можно это сделать? Да. И теперь у нас есть свет. Если бы я играл за священника, я бы, конечно, сейчас ходил тут, освещал каждый угол. Но мы всего лишь журналист. И что, а откуда вообще этот ключ-то? Я бы хотел узнать. Все, я могу выходить, что ли, отсюда? Ну, давайте попробуем. Я имею... Что-то там, блядь... Завершите мой отчет сперва. Я должен отчет сперва завершить свой. И вот наши объекты. Найти от двери ключ. Ну, я нашел ключ. У меня есть ключ. Что я должен сделать с ним? Я не понял. За этим шкафом там, что ли, дверь есть? Серьезно, нихуя себе. Хорошо, что здесь... Ох, я что-то нашел. Секретная дверь, ведущая куда-то вниз. Хорошо, что здесь ключи, они автоматически открывают двери. Нет вот этой, знаете, ебанины. Подошел там, на правую кнопку нажал, выбрал что-то. Опять пропавшая Сара. Так она одна единственная пропала. Правильно я понял? Ну, пропала и пропала. Каждый день тысячи людей пропадают. Хули, она одна пропала, теперь все кинулись на ее поиски. Вот это я понимаю признание. Ну, она, наверное, была знаменита. Wrong way. А что может, собственно, со мной случиться, если мы видим такую надпись? Да правильно, нихуя. Давай приложим руку к этому кровавому следу. Что это значит wrong way? Wrong way. Ну, вы сами прекрасно, ребят, знаете, следовать инструкциям в инди-хоррорах, это... Ну, этого не стоит делать. Инди-хорроры как раз-таки специально нас подталкивают на это, чтобы мы их слушались, чтобы мы шли туда, куда... Так, что такое? Свеча, зажгись. Чтобы мы шли туда, куда они нас ведут своими подсказками, а потом... Нас как ебать, но нет, мы так не будем делать. А чего свеча так быстро-то кончилась? Мне кажется, покинь это место, прежде чем будет поздно. Интересно, а сколько я здесь уже пробыл? Поздно или нет? Нам уходить. Хорошо, я теперь буду аккуратен со свечами. Я знаю, что они не горят долго. И, возможно, они нам пригодятся. Я бы на самом деле ее и не зажигал, потому что было все довольно светло. Здорово, пацан, ты кто такой? Дырки в жопе нет. Значит, нормальный. Спиннеры, семья спиннеров, одна из лордов, кто руководил этим местом и жили здесь, в этом огромном особняке. Когда я был молод или молодая, я обычно смотрел на это огромное здание с дистанции, и я мог только лишь мечтать, чтобы оказаться здесь. Мой сон пришел ко мне в короткое время, и сон, что был прекрасен... В общем, сон оказался явью, и все это случилось в мае 81-го. Все ясно. Все ясно, что нихуя непонятно. И что такое у нас тут? Свет. Если свет отрубят, мы знаем, куда бежать. Почему телевизор здесь? И почему он вообще работает? Ну, работает, конечно, громко сказано. Ну, так скажем, блять, что это такое было? Я думаю, что хуй с этим моим отчетом, мне лучше возвратиться назад. Я тебя полностью поддерживаю. А серьезно, а что? Я не вижу никакого кабеля. Куда шнур-то отходит? Или это первый телевизор на батарейках? Давайте мы отсюда свалим. В принципе, я помню, как мы сюда пришли. Здесь особо... Что за... Слишком поздно, гласит надпись. Я не согласен. Давайте я буду решать, поздно или нет. Ну все, пизда, ребят.
Вон там наверху, смотрите, что-то есть. Вентиляция, сейчас мы туда попробуем залезть. Надеюсь, больше из телевизора никто не выбежит. Да, действительно, тут так предусмотрительно поставили нам коробки. О, отлично. Прыжочек есть. Так, с ноги выпинываем. Или что я должен делать? А, все ясно. Да выбрось ты ее. Нахуй ты с этой решеткой ты идешь? С ума сошел, что ли? Вот и все. Никого. Что, подожди, мне нравится этот инди-хоррор. Хотел было я сказать, что здесь довольно неплохое освещение, как тут вдруг сразу свет начал гаснуть. Опачки. Не понял. А какого хуя я оказался в той же самой комнате? Или здесь они просто одинаковые? Ну, не знаю. Да, это та же самая комната, смотрите. И записка та же самая осталась. И та же самая кукла. Похуй. Самое главное, что двери открыты. И мы можем отсюда свалить. Но мы не будем окончательно убегать. Правильно? Правильно. Потому что я журналист, а как настоящий профессионал своего дела, я просто обязан разобраться, что здесь. Как и почему? А после этого уже со спокойной совестью мы будем отсюда сваливать. Что за... За этой дверью была комната? Какого хера здесь стена? Ну ладно, возвращаемся. Что это? Кто это? Что за гонки тут устроили? Ой, блядь. Ноябрьский кошмар. Да вроде майский. Подождите, а я могу сюда? Да, смотрите-ка. Тут появился проход. И что-то написано. Я слишком одинок. Давайте послушаем, нам оставили запись. Или нет? А, я должен настроиться на какую-то частоту, что ли? Давайте басов немножко накрутим, чтобы ебашило прям как надо. Заиграла музыка, я не знаю, это палево будет или нет. Поэтому я ее, наверное, уберу от греха подальше. Да, слушайте, ребят, это что-то паранормальное, что-то психологическое и очень-очень страшное. Позади каждой закрытой двери находится память из прошлого. Какие глубокие мысли. Ну а мы тем временем продолжаем свое путешествие. Да-да! А тут опять это играет музыка, давайте мы ее быстренько вырубим. Не надо, не надо, не надо, все, спокойно вырубись. Не хватало мне тут еще этого. Здесь кто-то сидел. Здесь кто-то сидел, грелся возле камина. Возможно, даже. Ага, покуривал кубинские сигары, и время просто бежало молниеносно. Кто это может быть? Давайте отгадаем. Под шляпой есть что-нибудь? Женская шляпа. Секретный итем. Мы получаем достижение. Охуеть, в этой игре даже есть достижение. Слушайте, ну пока этот хоррор очень даже неплох. Жизнь протекает... Опа, цифры. 31, 46, 15. Фейс, фейс, фейс. Выделено. Три лица. Три лица, шесть цифр. Ага. Это интересно. Это очень интересно. Что это такая за головоломочка? Давайте мы ее попробуем сейчас тогда это самое. Да-да. А, это часы. Я думал, кто-то пришел к нам. Здесь у нас закрыто, спокойно.
Там кресло стоит. Я вот, вот смотрите, ребят, только-только буду сейчас забираться, оно сразу на меня полетит, поэтому не, в пизду. А у меня выбора другого нет, ладно. Давайте с краю пойдем вот так вот. Может быть, сначала лучше осмотреть этаж первый? Ну и, блядь, какая разница? А, я то есть даже не могу зайти наверх, да? То есть меня игра не пускает. Все понял. А ты можешь как-то побыстрее-то передвигаться, Спартан? Видимо, что-то мы еще не сделали. А, здесь можно открывать ящики, окей. Причем только верхний. Что это такое? Это у нас шкатулка с замком. Три цифры. Сейчас мы их будем вводить. А там, скорее всего, будет ключ. Только какие цифры? Угу. Нам нужны три цифры. И здесь выделено слово «лицо». Как это связано? Так, что-то здесь каждый позировал что-то с северальным лицом. Некоторые люди использовали один все предметы и что-то потому что... И так оно, собственно, и да. Кто-то там опять константант ли, блядь, менял их лица. И в конце что-то там ужасно все. И таким образом позади последней маски реальное лицо. Что за ненормальный вообще сочинял эти текста? Вообще, кто это написал ту книгу? Что это за книга? Так вот, смотрите, лица. Лиц нет. Нет ебальников на картине. Я как должен вообще разобраться, какие цифры-то мне вводить? Нет, я, конечно, могу наугад. Это меня еще ни разу никогда не подводило. Но хотелось бы как-то, знаете, по логической цепочке к этому прийти. О, во, понял. Сара 32, Линда 30, Аризу 26, Нилофар 38, Баран Джавиди. Не повезло же ему с именем, Баран Джавиди. 32 и Анна тоже 32. А вот посмотрите, первые три человека, они зачеркнуты. 36, 31, 28. Слушайте, интересная загадка. Ну-ка еще раз. 31, 46, 15. 31, 46, 15. 31, 46, 15. И что? 31, 40... Ну, 31, хорошо, есть чувак, которому 31 год. 31, 46. Здесь вообще нету кому за 40. И меньше 20 тоже никому нет. Чтобы можно было взять 15. Что это, блядь, за загадка такая? При том, что мне нужно ввести всего лишь 3 цифры. 3 обоссанные цифры. Как? Ну, этот замок мне знаком, и он откроется тогда, когда мы... Выберем все три необходимые цифры. Осталось только их узнать. Ребята, я перевернул эту записку, и здесь оказывается изображен ключ. Лицо и маска. Три и еще две цифры. То есть вот она получается та самая подсказка к этому замочку. То есть должна быть первая три. Три и какие-то две цифры. Какие? Я ебу. Я ебу, какие там должны быть цифры. Первая цифра 3. Иди сюда. Первая цифра 3. Какая должна быть вторая цифра? Вы что, ебанулись, что ли? Я не понимаю.
Я, конечно, блядь, не самый умный человек на этой планете, но... Ёбана в рот. Как я что должен здесь подбирать? 3, блядь, 4, 5. Вот, пойдет тебе такой? Нет. Еще раз. Ну, мы должны подбирать вот эти цифры, но это бред. Ну, я не знаю, здесь 2 единицы. Может, ну их нахуй тогда. Три, четыре, пять, шесть. Еще есть единицы. Как это работает, я хуй его знаю. Но первая цифра это точно 3. Три, пять, четыре, может быть. 4, 6. Блять, серьезно ж? Ебануться. Ну, ребят, болторез профессиональный медвежатник, поэтому, если что, обращайтесь. Понятия не имею, каким образом. Мне, видимо, просто дико повезло, подфартило, и я методом тыка подобрал. Так, берем ключ. Давайте его покрутим. Обычный ржавый посеребренный ключ взять. Все положить на место. Теперь, я надеюсь, я могу... Ага, на второй этаж, хуй, я еще не могу пойти. Оказывается, это был ключ от соседней комнаты. И у нас проходит сохранение. Эй, блядь! Ой, блядь! Тебе смешно, сука? Я это вырежу к хуям. Хуй. Как хорошо и замечательно взбодриться после головоломки. Вы себе не представляете. Мистер Спиннер, что там, несколько, 5, возможно, месяцев, я имел начало семьи и взял что-то, блядь, и ушел с концами, и так и не отдал. Вот так вот, давай, блядь, в долг людям. У меня есть лампа. Нажмите 1, чтобы использовать масло для лампы. Оно у меня есть, да? А, в смысле, эта лампа уже с топливом. Слушайте, классно. Мне все больше и больше нравится этот инди-хор. Еще одна очередная загадка. А где сам предмет вот этой вот головоломки? Что я должен крутить? Или, может быть, это... Может быть, это... Лабиринт где-то под этим домом? Где-то есть подвал, я в него зайду, и нам придется идти вот сюда. Или я здесь сейчас. Нихуя, короче, непонятно, но если что, будем иметь в виду. Здесь есть карта. Покрутить я записку не могу. На всякий случай. Я просто и первый-то там, где был ключ, с другой стороны нарисован. Тоже как-то сразу не обратил внимания, потому что в основном, когда мы находили вот такие вот... Блять! Что за... Когда мы находили такие записки, их нельзя было крутить. Просто можно было читать. Ага, ну все, я понял. Получается, мы где? Мы, скорее всего, вот здесь. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно выйти, пойти направо... Ёпт, ты что, ты серьезно? Подождите, мне это надо зафотать. Вы что, ебанулись, что ли? Я никогда в жизни такое не запомню. Так, опа, все, наметились. Вспышку убираем. Она мне здесь нахуй не нужна. Сейчас все засветит, я потом потеряюсь. Все. Карта у меня есть. Пойдемте искать. Так, мне нужно что? Давайте, чтобы вы вот так тоже вот видели. Получается, я должен выйти, повернуть направо, идти до конца, потом налево, потом вот так опа, 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 и что? Ага, все понял. Погнали. Блять, ну если сейчас за мной здесь еще кто-то будет гоняться, я вообще тогда охуею. Да, точно, смотрите. Это карта. Это карта. Идем вот сюда направо. Иди нахуй. Я тебе сказал, иди нахуй. Не надо меня успокаивать. Так, идем сюда. Доходим до конца, поворачиваем. Да вы серьезно, разработчик, ты чё? Почему я не мог содрать-то эту карту? Скажите мне, пожалуйста, почему я не мог ее взять и просто со стены отодрать? Как можно там вообще запомнить? А если у человека смартфона нет?
Он что, блядь, ее перерисовывать будет? Так, я уже заблудился, подождите. Я повернул сюда, теперь мы идем... Ага, вот сюда нам нужно обязательно зайти. Заткнись, не отвлекай меня! Мелкая сучка. Так, я, по-моему, не сюда пошел. Мы сюда... А, нет, смотрите, все правильно. Сейчас мы выходим налево, потом идем вот сюда до конца. Только без скримеров, пожалуйста, дайте мне лабиринт этот пройти, потом пугайте, сколько вздумается вам. Я не туда пошел. Я пошел, блядь, не туда. Или нет? Нет, все правильно. Вот я иду сюда, ага. Так, вот, вот, вот на 180 градусов теперь. Оп, прекрасно. Теперь поворачиваем налево, идем право, пропускаем. Ага, вон, вон хуйня стоит, вижу, вижу, вижу. Да, нам нужно именно туда. Все, и вот здесь где-то будет знак вопроса. Вот она, самая дверь. Да нихуя ты мне не найдешь. Я сам-то себе... Не понял. А я вроде как пришел. Эй, игра! Я должен был куда-то выйти. Ну, благо здесь... Особо развилок-то нет. Поэтому я не думаю, что заблужусь. Да, вот она дверь. Открывай ворота, сука! Ой. И нас наградили ключиком. Пацан, пацан не дырявый, все нормально. Июль 82-го, это мы читали. Головоломку мы решили. Я думаю, что я схожу с ума. Да. Это определенно уже первые признаки пошли. Че, на второй этаж опять нельзя? У меня еще есть один ключ. Мне ясно дали понять, что нужно сначала исследовать первый этаж. Ну ладно. Пойдемте дальше исследовать его. Че там, блядь, закрываешь? Закрыто. И что? Я зря, что ли, шел сюда? Подожди, у меня есть лампа. Может быть, они увидят, что у меня есть свет, и откроют. Хотя у них там красный свет. У них явно... Блять, у них явно веселее. Так, что, кто я? Я карлик? Я крыса? Я таракан, в конце концов. Кто я? Это было предсказуемо. А, я просто на це присел. Дом горит в огне. Девочки плачут. Прошлое таково. Ну... Это, конечно, все печально. Дома не должны гореть, девочки не должны плакать, да, согласен. И мы перемещаемся, где сыро, скорее всего, воняет. Это подвал, это прачечная, да? Ну, я так понимаю, мы за эту самую дверь и зашли, правильно? Правильно. Слушайте, мне нравится. Правда, эти скримаки уже как-то приедаются и не оказывают такого эффекта. Ну, блядь, ну поначалу прям было вообще кошерно. Что это у нас тут? Батареечка. А, возьмем. Значит, где-то и фонарик должен быть. Правильно я понимаю? Да, должен быть, потому что на один у меня лампы нет. Лампу все спиздили. Что такое? Б-42. Плач. И что? Где мое вознаграждение? Игра! Хры мне наебывать, я вообще-то поплакал. Так, мы пришли сверху или что? Колесо, видимо, это там воздушные потоки, они перемещаются по трубам и куда-то там заходят и откуда-то выходят. Б-42. Какая-то схема есть. И что дальше? Ага, вон вижу, смотри. Плачущая кукла, вентиль. И не открывающаяся дверь. Так, давайте на полную. Чтоб эту куклу нахуй сдуло просто. И один хуй закрыто. Нихуя не понял. А, все ясно, мы слили воду. Мы слили воду, и где-то здесь... Должен лежать ключ. Нет, ключа нет.
Ну, пойдемте тогда его искать. Скорее всего, мы сейчас просто к этой кукле зайдем с другой стороны и все. И успокоим ее, а то что она плачет. Вон. Возьмем еще вот этого пацана. А смотрите, а этого нельзя взять, его нельзя взять пока. Вот этот пацан по-любому дырявый. Фу-фу, дырявый, заднеприводный, фу-фу-фу. Фонарь. Ты-то мне и нужен. Тоже на один, да? Дай-ка угадаю, ага. Что такое? Он мне шкатулку принес, блядь, спасибо. Спокойно, Б-42, я помню. Курсор, ага, Б. Б-42. Что может означать 42? Могут ли это означать буквы? Естественно, в английском алфавите порядок. 40, так, раз, два, три, четыре, раз, два. Нет, нихуя не работает так. Б-42. Ладно, отложим. Пока мы это отложим. Пойдемте поищем, я не знаю, подсказки, наверное, я отсюда выбраться-то могу, нет? А здесь тупик. Че, из-за... А, нет, смотрите, назад могу выйти. Окей. У меня там, конечно, да, была одна батарейка, но, в принципе, свет есть, поэтому я не вижу никакого смысла в фонарике. А вот буквы найти, это нам, конечно, стоит. Здесь что-нибудь, может быть, где-то спрятано, нет? Слушайте, я уже жалею, что я не сыграл в этот хор, как он только вышел. Хотя, может быть, наоборот, это к лучшему. Не зря, потому что версия уже 1.4. Наверное, когда она была версией 1.0, была с багами. Итак, покрутить еще раз. Край. А, господи, какой, блядь, Б-42? Край, конечно, вот. Вот он, пароль. Че я там что-то мудрю, придумываю? Блядь, ну серьезно, ну ты, блядь, пониже не можешь нагнуться? Пароль, край, все понятно. Плачь, детка, плачь. Угу. Не обращайте внимания. Мне иногда бывает такое. А нельзя назад, да, вернуться? Охуеть. Получено достижение подвал. Еще одна головоломка была решена. Ну ты будешь открывать-то, нет? О. Хаш. Хаш что-то знает. Да открой ты, господи, его, блядь. Покрути его. Вот. Бери ключ теперь. Взять. Сколько же здесь много лишних вот этих вот движений. Вызов... Блядь! Ёб твою мать! Вызываешь курсор, потом его обратно убираешь, крутишь, вертишь, берешь. Ой, блядь. Чё-то как-то аж плохо стало. Ой, блядь. Ебучий инди-хоррор. Давай, забирайся. Я, по идее, что должен найти-то? Какую-то память? Что я должен здесь найти? Еще один! Еще один замок! Блять, а здесь 4 цифры надо. Здесь же цифры, правильно? Или тоже буквы? Ну-ка, что-то я не обратил внимания. Еще не отошел. Цифры, цифры. Здесь нужны цифры. Так, а это что такое там? Подождите-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это какие-то фотографии здесь? А, это просто окошко. Господи. В темноте ни хера не видно. Ну ладно, пойдемте мы сейчас посмотрим. Где-то по-любому должны быть записули, какие-то подсказочки, что мне нужно делать. Арматурину валяется, взять не могу, да? А, и все, я пришел, да? А-82. Б-42, А-84. Ну-ка, ребята. Что такое? Что такое? Так, я поменял локацию.
У меня просто были мысли, что, может быть, это и есть как раз-таки те самые цифры, помните? На первом листке B42 было. Но, походу, нет. Эй, мелкие! А что это вообще, блядь, за здание такое? Это тюрьма для малолетних, что ли? Ну, это было предсказуемо, это было совершенно не страшно. Так, встаем. Мелкие ауешники уже ломятся из дверей. И, скорее всего, мне нужно бежать к телевизору как можно быстрее. Включить спокойной ночи, малыши, чтобы они уснули. И не запинали меня. Хуя, они там еще гавкают. Спиннеры, две дочери сейчас, но... Мистер Спиннеры умерли уже. Одна из дочерей, ничего ей не нравилось, и члены семьи ей тоже ее не любили, потому что лицо и тело у нее не соответствовало спиннерским. Сестра, ребенок в деревне. Я не могу забыть, как спиннеры... называли детей, что-то там, дети, уроды. И прошлая и твоя жена, она ничего была вроде так, но и с другой стороны та еще уродина. Что-то такое было написано, не знаю. А84, нажимаем опять. Вот, и мы вернулись. Подождите, нет. Это, скорее всего, точно и есть цифры. Ну-ка попробуем. А84, Б42. А84, Б42. А я еще и назад не могу вернуться, да? А нет, могу. Вот, значит, А это сначала, соответственно, 84. Так, курсор. 84. И там было 42. Ну, ребят, блядь. Загадки, головоломки одна за другой. Правда, первую мы решили так, чисто наугад. Правда, не всегда бывает действительностью и нахуй никому не нужна. Хорошо, нажимаем на клавишу и продолжаем, да? Да, но мы оказываемся не на первом этаже, мы до сих пор в подвале, нам получается нужно выйти на первый этаж каким-то образом, а потом уже пойти на второй. Ну, слушайте, давайте мы на этом закончим, ребят. Надо немножко успокоиться, потому что прям что-то как-то ух, бурно и хорошо так все пошло. Мне пока нравится этот инди-хоррор, я не знаю, будет ли вторая серия, но я собираюсь в нее поиграть и, скорее всего, пройти до конца. Не знаю, насколько она там растянется. В общем, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.